Трем колпинским улицам хотят вернуть дореволюционные названия. Переименование не только восстановит историческую справедливость, но и поможет горожанам избежать путаницы. В первую очередь дореволюционные названия могут вернуть нынешним улицам Урицкого и Володарского. На картах Петербурга и пригородов эти названия встречаются 8 раз. Власти и общественники Колпино предлагают в своем городе переименовать улицу Урицкого на Соборную, а Володарского на Адмиралтейскую. При этом, подчеркивает глава районной администрации, бумажной волокиты, связанной с переименованием улиц, жителям бояться не придется. Это не требует никаких замен паспортов, свидетельств о собственности, никаких внесений изменений в документы не требуется. То есть никаких материальных затрат для себя не несешь. Также планируют вернуть историческое имя части Лагерного шоссе. Колпинский участок дороги может стать Вознесенским, а строящийся мост через Ижорский пруд получит имя знаменитого колпинца Николая Дроздецкого, олимпийского чемпиона. Для этого необходимо получить одобрение топонимической комиссии, но перед этим власти хотят заручиться поддержкой жителей города.